Всем привет! Сегодня мы посмотрим постройки моего подписчика Айскрима. Те, у кого есть крутые постройки и те, кто хотят попасть на мой канал, для этого есть три способа. Отправить постройку на мою почту, как это сделать, я объяснил в своем дискорде. Второй способ — отправить фотографию своей постройки в дискорд, и если она мне понравится, я сам с вами свяжусь. И третий способ — это участие в стриме в субботу. Для этого тоже нужно отправить свою постройку и написать, что вы хотите участвовать в стриме. И во время стрима я вам дам ссылку на свой сервер. А мы начинаем. Всем привет. Привет. Сегодня будем смотреть постройки. Меня. Ну да. А как тебя называть? Айскрим. Постройки айскрим. Прям как мороженое звучит. Ну да. Ну, на тот момент я не знала, что айскрим есть такое слово по-английскому, типа мороженое. Ну, давай, загружаем. Так, ну, вот, типа коллайдер. Это что такое? Сейчас я моментально загрузку включу. Вот. Так, ну, берем джетпаки, наверное, тут нигде прохода я не вижу. На. Да. А, ну, у меня тоже естественно, спасибо. Так, сейчас я... Тут вход, в который очень сложно залезть. Сейчас, подожди, я уберу коллизию. А что, дверь не открывается? Открывается, просто нужно коллизию убрать. Я если уберу, то перевернется вся постройка. Тут не продумано просто. А, дверь сломалась. Заходим. Тут внутри не обработано. Двери ломаются одноразовые. Да как тут залезть? Вот, давай, давай. А ты чувак и блок поставил? Вот, давай, все. Да, самые необычные блоки. Вот это что-то типа сирены. Ну, здесь так все кругу еще, тоже прикольно. Да, я строил, ну, все копировал с помощью шпателя. Нажми на кнопку. А, с помощью нового инструмента? Да, я все копировал. Круг я сделал сам и копировал. Стоп, а что это такое? Это кнопка, ну, клик in case of danger, типа нажмите при опасности. Стой, сейчас звук погромче включу. Давай. И что? Ну, что-то типа опасности, но из-за того, что это типа пианино, как-то звучит не очень. Типа музыка, да? Да. А я думал, тревога будет. А, это как тревога, только звуков билда будет не очень много, поэтому так. Да. Понятно. А здесь что? Да, там ничего. Хочешь полетать? Ой. Ой. Что-то с этим не так, я лучше отключу. Давай полетаем. А как летать? Так, вот садись на вот этот стульчик. А, я что-то могу активировать. Поршни. Поршни? Тут есть поршни, а да, точно, тут же есть поршни. Ну, они отвечают за дверь, но что-то с ними не так. Главное, не нажимай на F. Почему у меня не привязался F? Так, а, ну ладно. Она очень сильно прыгает, потому что высокая. Да. Всё. А, мы сейчас улетим. А, у тебя-то донатерская ракета? Да, мне их подарил друг. Круто. Ну, летит она, конечно, медленно, но... Ну, без красных ускорителей, потому что... Да. Можем сделать и так, и можно походить. А лучше не надо. Ты что, выпрыгнул? И да, я выпрыгну. Зачем? Невероятно, устаю, у меня все крутится. Надо нажать на кнопку тревоги. А-а-а, меня сейчас выкинет из отсюда. А-а-а, я падаю. Хорошо, что у меня был хороший джетпак. Повезло тебе. А у меня сломался. Но я все равно слишком далеко. Ты уже на спавне? Да, я... Я вижу маленькую белую точку. Это ты? Я могу тебя в руке держать. О, вот ты летишь. Да. А та ракета вообще обезумела. Да. Она крутится. О, привет. Какая-то немного безумная ракета. Ну да. Как-то она в небе так зависла, что просто крутится и не падает. Да, что очень странно. У меня есть еще танки. Ребенок. А, есть танки, погоди. Ой, это танки. Это что, типа глаза у них? Ну, что-то типа, да. Типа как мультиков про танки? Да. Получается, на Z камера активируется. Ау! Ну, да, тут колеса. Вот так стреляет. На, а это кто? А, это что-то типа КВ-44, но только не КВ-44. Ну, типа Карл-44. Да, Карл. Ну, только пушек меньше. Он поворачивает плохо на воде, а так, ну, тут более-менее. Ну, тоже крутится и сильно стреляет. Ну, тут стреляет. А как камеру включать? На Z-английскую. Тут что есть? Что еще есть? Пушки? Я не знаю.
верхушки и... Когда стреляешь, башня так крутится вообще. Да. А что если КВ-44 в меня врежется? Давай, посмотрим. Ауч. Очень маленький и очень бронированный маленький танк. А что если стрельнет? Моя башня закрутилась. Иу. Это прикольно. У тебя вроде бы башня быстрее крутится. А что если я сделаю вот так? Так вот. Включайся момент максимальный и скорость максимальную поставь. Да, я поставил. Мне еще тоже. Это башня. Летающие танки. Ой. Новые технологии. Это КВ-44, конечно. Да. Зато быстро. Сейчас я к тебе приеду. Смотрите. Это летающие танки, новое изобретение. Новые технологии против... Против кого? Против Левиафана. Только Левиафан умер, наверное. Я не знаю, я не смотрю. О, нет, я сейчас... Нет. Это КВ-44 у тебя. КВ-44 обезумел. А, что это вообще за танк такой маленький? Как он называется? Я не знаю, просто строил. Мой друг называет его... Двухпушечным. А я забыл, как он его называет. Как тебе приехать туда? Я не знаю, ну, КВ-44, ну, или Карл. Ну, я не знаю, что у тебя за КВ-44 улетает куда-то. Ну, да. Я вот, правда, не знаю, как сделать так, чтобы колеса прям сильно так не выпирали вот на маленьком танке. И чтобы пушка еще поворачивалась. Нет, стой, не знаю, остановись на месте, не вращай башню. А я не могу. Сейчас сяду на стульчик. А, ты меня выбросил. Ага, куда ты улетел? Остановись. Ой-ой. Ну, КВ-44 летать научился. Сейчас я к тебе подъеду и... Опа! Мне больно. А ты как-нибудь попробуй упасть. Вот так вот к стенке подъедь, боком, наверное. Ну или попробуй перевернуться, в стенку въехай. А я не могу поворачивать. Я тоже не могу. Это летающие танки. А кроме того, чтобы летать, они умеют еще что-то? Умеют стрелять, и все. Они находятся в разработке, так сказать. Вот. Ну, понятно. Ну так я делаю постройки для декора. Ладно, давай дальше. Ну... Есть, конечно, поезд, но он недостроенный. Другие постройки моего подписчика Ice Cream я покажу в следующих видео. На этом видео заканчивается. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!